Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dooji S95 Pro добавить фотографию контакту. Заходим в контакты. Выбираем контакт, который мы хотим изменить или добавить фотографию. Нажимаем на карандаш, нажимаем сюда. Нажимаем сфотографировать, либо же выбрать фото. Выбираем фото, которое хотим установить. Так, нет, давайте выберем вот это. Будет у нас муха. Обрезаем так, как нам нравится больше всего. Нажимаем «Сохранить копию», «Сохранить». И, как вы видите, фотография изменилась. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!